Вооружившись мешками, перчатками и граблями, представители Ленинского районного отделения Общества охраны природы Московской области совместно с Национальным экологическим порядком вышли на уборку набережной реки Купеленко. Это природа, и если мы будем к ней как-то небрежно относиться, это наше будущее. То есть будущее, в котором будут жить наши дети, внуки и так далее. И надо все усилия проявлять для очистки и в целом для незагрязнения. К экологической акции подключились десятки волонтеров, что помогло справиться с задачей намного быстрее. За пару часов им удалось убрать не только береговую зону реки Купеленко, но и лесопарковую зону. Очень-очень благодарна всем людям, которые в пятницу утром смогли прийти прямо перед самым 1 сентября, но вот, потратили свое время для того, чтобы почистить Купеленку. Мы как бы хотели, чтобы как больше можно людей принимали участие в наших акциях. Спасибо огромное всем. На удивление, грязи и мусора в большом количестве волонтеры здесь не встретили. Местные жители стараются поддерживать территорию в чистоте. На собственные средства даже развесили на набережной предупреждающие таблички. Когда только сюда люди приехали, конечно, намусорили, хотя все очень хотели здесь отдыхать, но мало кто убирал. Вот, поэтому, конечно, обязательно мусор надо убирать. Да приятно там, где чисто, отдыхать. Организаторы акции надеются, что примеру ответственных горожан последуют и другие, и тогда леса в Ленинском районе станут намного чище. Юлия Погосян, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.